Машенька. Андрей, пожалуйста, перестань повторять мое имя, ладно? Ты не Мария. Ты кто ты на самом деле? Врачебная ошибка. Премьера. В субботу в 21:00. Кто вам разрешил покинуть помещение? Зоя Павловна. Да. Зоя Павловна. Вся вина на мне. Это я во всем виноват. Виноват, что так доверился Зое Павловне в момент подготовки к процедуре. Я сам был занят изучением анамнеза пациента. Я не знаю, с чего она решила, что это простая процедура, и приняла решение распустить персонал. Вы что, не знали об этом до самой операции? Я это в операционной уже узнал. Первой мыслью было прекратить процедуру. Я взял паузу, отошел, чтобы принять верное решение. Продолжайте, не тяните. Когда я вернулся, застал Зою Павловну, пытающуюся спасти пациента. Пока меня не было, она самостоятельно решила произвести пункцию. Порвала артерию. Но дальше вы знаете. Пациент скончался, я не успел. Игорь, зачем ты это говоришь, а? Прости, Зоя, прости. Я, конечно, должен взять твою вину на себя, но на мне и так тяжкий груз. Я не должен был так доверяться тебе. Алил, почему ты молчишь? Скажи, ты же видела. Да, все было так. Как сказал Игорь Васильевич. Когда он вышел, Зоя Павловна самостоятельно продолжила процедуру. За врачебную ошибку, повлекшую смерть пациента, Ковалевская Зоя Павловна приговаривается к 4 годам лишения свободы без права работать по специальности после освобождения. Мне очень нравится с вами работать, Мария Сергеевна. Кино по выходным. Что происходит? Я не понимаю. Игорь Петренко. Может, тебе взять отпуск? Съездишь, куда-нибудь отдохнешь. Мешаю, что ли? Анна Старшенбаум. Не потеряй меня, ладно? Держи крепче. Юлия Зимина. Увольняйся. Может, кирпич с неба упасть. Машина зацепить. Еще что угодно может взять. Вы меня убьете? Врачебная ошибка. Премьера. В субботу в 21:00 на канале «Россия».